Добрый день! Производитель сельхозтехники компания Аверсагро представляет вашему вниманию водоналивной каток-измельчитель с диаметром барабанов 470 мм и шириной захвата 6 метров. Он предназначен для измельчения растительных остатков подсолнечника, кукурузы, бобовых, зерновых, сидиратов и сорняков в органические удобрения и равномерного распределения их по всему полю. Таким образом создается слой мульчи, который предотвращает потерю влаги, водную и ветровую эрозию, а также сдерживает рост сорняков. Конструктивные особенности катка-измельчителя. Каток прицепной, водоналивной, с однорядным расположением барабанов. Специальная конструкция рамы, которая позволяет рабочим органам повторять сложный рельеф поля. Количество барабанов 3 штуки. Диаметр барабанов 470 мм. Компания также производит водоналивные катки с диаметром 550 мм. Барабаны имеют нагрузку 675 кг на каждый нож. Веерное расположение ножей уменьшает ударную нагрузку на подшипники, позволяя катку более плавно перемещаться по полю. Длина ножа 400 мм. Ножи изготовлены из углеродистой стали. Режущая кромка ножа термически закалена с помощью аппарата ТВЧ, поэтому металл остается пластичным, не ломается и не трескается, а режущая кромка остается острой и увеличивается срок эксплуатации ножа. Одновременно с почвой контактирует только один нож барабана. Это положительно влияет на качество измельчения. Размеры измельченных растительных остатков составляют от 5 до 12 см и обеспечивают оптимальные условия для полного разложения и минерализации. Вес водоналивного катка-измельчителя 2020 кг. Для уверенного измельчения сухих и влажных пожевных остатков катки могут комплектоваться дополнительным грузом. Уникальная конструкция катка снижает необходимую мощность и позволяет использовать трактора от 60 лошадиных сил. Каток эффективно работает по сложным, переувлажненным грунтам с различным рельефом. Надежная конструкция, качественные материалы и комплектующая катка гарантируют стабильные технические характеристики в различных условиях эксплуатации. Более детальную информацию вы можете получить, перейдя по ссылке или позвонив по телефону в описании к видео. Подписывайтесь на наш канал и смотрите свежие видео от производителя сельхозтехники Аверсагро.